Всем привет! Мы находимся в поселке Светлый Путь, и мы приехали на рыбалку! Вода! Мы находимся на ЮМС, это Южный магистральный сбросной канал, и здесь люди рыбачат. Мы специально взяли удочки, посидеть, стульчики. И, кстати, мы здесь первый раз. В период клёва здесь особенно много рыбаков. Но сейчас не так много людей, но тоже есть. Здесь удобный подъезд. И вот мы выбрали такое место, где будем сидеть. Ты где будешь здесь? Кто-то, конечно, рыбачит на сетке, но мы на удочке, обычной удочке. Уже видели, да. Я буду вот на этом сидеть. Уже видели, что рыба есть. Весь берег вот в таких вот небольших местах, где рыбаки рыбачат, и с той стороны места есть, и с этой. Вот. Папа говорит, наконец-то на рыбалке мы. Ну, я честно верю, что рыба будет. Да, меди. Это меди такие. Я такой еще вон никогда не видела. Какие, вон меди тоже. Да, я видела. Это речные, да? Надеюсь, люди не будут удивляться цвету воды. Она везде здесь, в реках, именно такая. Это цвет такой из-за илистого дна. Даже река Кубань точно такого цвета. Мы проезжали реку Курка, и она точно такого же цвета. Только когда приехали, увидели, что люди еще на спиннинг рыбачат. О, видишь, сейчас по дну уже, по-моему, идет. Ну, нормально так и должно быть. Вот здесь постоянно перекидывать придется. Ну, есть небольшое течение, да. Течение хорошее. Насколько я знаю, что ЮМС впадает в Курчанский лиман. Вот видите, вправо туда идет движение воды, и вот там вот уже Курчанский лиман, а Курчанский лиман уже в Азовское море. Мы когда только-только приехали, подходим, смотрим, мужик кидает сетку сюда. Несколько секунд проходит, он ее вытаскивает, и она полная рыбы. И он эту рыбу к себе в ведерко. Мы такие, опа-на, сейчас у нас будет рыбалка. А удочки что-то закидываем пока. Ну, были какие-то поклевки, но... Слушайте, а что там? Не знаю, может, она у меня... В общем, пока мы только в ожидании поклевок. Может быть, еще рыба не хочет есть. Возможно, нужно на червя или на что-то другое. Мы вот на опарыша. Не у каждой рыбалки итогом является рыба. Иногда это просто отдых. И, собственно, пока как такового клёва нет, рановато, мы хотя бы узнаем новые для себя места, смотрим, где мы будем рыбачить уже более поздней весной, когда будут собираться все рыбаки Темрюкского района и не только Темрюкского района. Ведь сюда к нам ездят и со Славянского района, и с Анапского, даже с Новороссийского. Люди знают, что здесь рыбные места, поэтому едут издалека. Очень пользуется спросом еще рыбалка на Азовском море. Там тоже какие-то каналы, которые связаны с морем и лиманами. Из-за этого там тоже рыба. У кого-то есть лодки, приезжают на лодках. Вернее, приезжают на машинах, а уже едут на рыбалку на лодках. Вот, у нас лодки нету. Ну, если нас кто-нибудь позовет на рыбалку, мы с удовольствием согласимся в нашем Темрюкском районе, потому что хочется узнавать новые места. Может, кто-нибудь поделится с нами ценной информацией, где можно ловить рыбку. И очень важно, конечно, узнать правильные сроки рыбалки. Опачки, наша первая рыбка, папа поймал. Радостный-то какой. Ну уж возьму в руки. Это что за рыбка? Болтушка. Угу.
Вот это хорошая новость. Рыба есть. Да, вот рыба есть. Начало уже есть. Начало да. положено. Все. Беру свои слова назад насчет того, что ничего не ловится. Ловится. Поймали. Только правда, я уже очень-очень замерзла. У меня руки леденущие. Вот они все красные у меня. Обе руки. Ноги тоже замерзли у меня. Но вечерний клев нас уже порадовал. Мы так сразу раззадорились. И, кстати, хочу показать, что закат-то у нас какой. Вот солнце с той стороны, посмотрите, что у нас. Светлее стало, гораздо светлее. Вот, поймали мы такого судочка. Он такой маленький, красивый, такой зубастый. О. Ну, судачок. Хищник. Да. Но этого хищника маленького мы будем отпускать. Конечно. Пусть растет, да? Пусть мамка его придет. Все? Да, будем отпускать. Сейчас его как вот отцепить, он лубатый. Ой, надо аккуратно. Да. Надо палочку, веточку. Есть, отцепил. Отлично. Лишь бы он это. Ну, живой. Живой остался. Во. Все. Видите, какой судачок. Отпускай. Кирин, будешь? Вот смотрите. Отпускаю судочка. Видите? Во, все. Все. Убежал. Да какой тот же самый. Вот, еще третья рыбка, снова судак. Судак, да. Тоже маленький. Ну, этот побольше. Да? Ага, этот побольше. Ну да, другой совсем. Но это судачок побольше уже. Камера фокус не хочет брать, не хочет рыбку показывать. О, вот такой судачок. Ну, мы его тоже отпустим, он маленький. Да. Красавчик, да, судачок. Судачок такой, зубы такие. Че, отпускаемся? Конечно, конечно. Давай, это все быстро убежит. Угу. Поймался так хорошо. Вот, видно тебе? Да. Закрывай жабы. Закрывай жабы. О, о, все. Опа. Все. Класс. Такая рыбалка у нас того, сегодня того, получилась. Того мы дольше мучили, но отпустили. Ага. А пока по этой. Ну, глубоко тот заглотил крючок. Ага, вот, этот да. легко вообще. Ну, этот нормально. Ну, вот такая вот у нас сегодня вечерняя рыбалка получилась. Папарат, мы рады. Потому что рыба есть! Ура! Сейчас складываем удочки и уже поедем домой. Если вам понравилось это видео, не забудьте написать комментарий. Это очень важно. Если вы хотите поделиться какими-то местами, где в Темрюковском районе можно рыбачить, то обязательно пишите ваш комментарий, ставьте лайк. Ну и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы с вами увидимся в следующих видео. Всем спасибо. Пока-пока. Уговариваем папу ехать домой, потому что уже темнеет, уже даже поплавки плохо видно. Ни в какую, говорит, хочу рыбачить. Мою складываю удочку, но свою пока нет. Пока только идти, только в азарт вошел. Конечно, как ему хочется разве домой ехать.